Итак, чтобы их убить или удалить, в первую очередь надо сначала диагностику провести. Они могут сидеть на разных органах, они могут сидеть на кишечнике. Очень много сейчас я работаю. Они могут сидеть на финансовых каналах, они могут сидеть на сексуальных каналах. Очень много их вот на сексуальных каналах из-за того, что люди ведут беспорядочную половую жизнь. Там вообще их очень много. Они могут сидеть на мозгах, они могут сидеть на суставах, то есть сначала, в первую очередь, чтобы понять, сначала возьмите ту сферу, которая вот вас больше всего у вас болит, и выявите проблему, потому что имя этого паразита, оно уже заключено в вашей проблеме. Например, у меня проблемы там, не могу заработать денег. То есть сидит какая-то лярва на канале, вот этот паразит, и не дает вам, чтобы финансовое обеспечение. Поэтому он так и будет называться. Паразит там нищеты или бедности. То есть обычно этот паразит сидит за счет страхов, сомнений, за счет колебаний, за счет неуверенности, за счет бездействия и так далее. Поэтому сначала очень важно выявить его. Для этого надо отделить, есть я и этот паразит, вот, и узнать его имя. Потому что пока вы не будете знать имя, вы не сможете ему повелеть. Паразиты, они подчиняются нашему повелению, когда мы приказываем его «пошел вон». То есть мы таким образом применяем свою власть. Потому что пока мы не понимаем своей власти, пока мы не понимаем, кто мы, пока мы не понимаем, что мы Божьи существа, одетые в одежду плоти, они как раз вот очень много этих паразитов сидит за счет самооценки, за счет того, что люди не понимают, что они из себя представляют. Тут такая конкретная работа необходима. И конкретное понимание, системность, стратегия работы с этими паразитами. И правильная системность. Почему? Потому что если вы, например, долгое время находились как жертва этого паразита, он знает вас насквозь, он понимает все ваши слабые места, он знает, на что надавить, и он знает, каким образом они скользкие сами по себе, как мыло. Ты их выдавливаешь, они выходят в другом стиле. Поэтому пока есть корневая установка, я это называю мысль первого поколения, вот как только ты мысль первого поколения нашел, вот это и есть паразит, который тут же освобождает тебя. Поэтому вот сегодня я работала с женщиной, у нее неправильное пищевое уже время заканчивается. Вот ТикТок только 3 минуты дает, и все, и дальше. Вот, ну, скажем, я ответила, не ответив вам на ваш вопрос, потому что здесь нужен профессионализм и экспертность.